Добрый вечер, дорогие мои подписчицы. Сегодня я вам хочу показать анонс выполнения вот таких роз. Эти розы выполнены из шелка, накрахмалены они желатином. Шелк не натуральный, искусственный. Вот, накрахмалены желатином. Как выполнять? Я вам просто все подробно расскажу. Видео. Вот сейчас вы его просто посмотрите, а следующее видео я вам расскажу, как правильно желатинить, как правильно надо окрасить, если это требуется именно с подкраской у вас цветок. Вот такие красивые розочки. Их выполнять тоже, не сказать, чтобы очень сложно, все то же самое. Форма лепестков такая же, как мы с вами делаем из тонкого фоамирана, из единички. Вот все в точности так же, девочки. Вот такое выполнение, вот такая вазочка, вот такие розочки. Вот они розочки. Вот так. Поэтому в следующем видео я вам, вы можете прям записать конкретно для себя. Значит, ну, как правильно желатинить, как правильно окрашивать, чтобы вы имели представление. Мы к этому, конечно, с вами вернемся и будем делать эти цветочки. Выполнять очень хорошо. Самое главное, нужно материал правильно либо накрахмалить, либо именно зажелатинить. То есть вот, знаете, я вам так скажу. Значит, шелк искусственный, натуральный, его лучше всего желатинить. А все хлопчатобумажные ткани, вот, это лучше картофельным крахмалом. Желатинить еще можно бархат, панбархат тоже. Это все желатин. Вот такие у нас получаются розочки. Ну все, мои хорошие, ждите следующего видео.